Я выходил вечером на улицу. Уже давно не горели фонари, и лишь маленькие ночные бабочки были моими одинокими спутницами. Вчера ты ушла от меня. А зачем? Ведь дело даже не в том, что теперь мне некому варить борщ или стирать джинсы, а дело в чувствах. Ведь люди встречаются не случайно, ведь любовь нам послана с неба. Но ты ушла от меня, и теперь я иду в никуда. И вот я иду, и какие-то самые некрасивые мысли лезут ко мне в голову. Ведь это же беда, что я теперь буду делать без тебя? А ты без меня, разве ты найдешь такого? Ёптель! Шел! И вдруг я услышал какой-то звук. Из тумана он нарастал и все больше прояснялся. Я понял, это автомобиль, возможно, газ или иномарка. Нет, шашечки на дверях мне сказали, что это такси. Точно, это газ. Шеф, два счетчика! Шеф, два счетчика! На-на-на-на-на, зеленоглазое такси. Отвези меня туда. О-о-о.